Всем привет, меня зовут Михаил, и я отыгрывал ученого на Тарков 2.0 Фордана Бимана. Спасибо за проявленный интерес, снимал все, что смог, по техническим причинам все осталось, большая часть без звука, всегда были контакты, и в общем, вот это видео. Блин, ты где, ты знаешь? Пошли. Пошли, что у нас двое осталось? Нет. Часов так, как угодно, как все меняется. Просто бесполезно все вообще. Спецназ же. Наш, этот персонаж, у него уже две есть штуки, он знает, где третий. Мы заберем третий и можем выбрать. Где она? Короче, смотри, стоп, она в конце здания, как понял, слева была где-то там. А, на другом здании, на названии. Вот, короче, я думаю, нам нужно еще можно кого-то пойти. И кто-то говорит. Смотри, если я думаю, что мы уже солнце сейчас подойдем. У них смотрим, еще есть. А потом все, перчатки. Андрей, тоже подтягивайся, Инвай. Что мы делаем? Ждем здесь, сейчас мы по чекам пойдем вот так, то здание туда снаружи. Там уже взрыв рядом. Я не услышал, что ты. Мы идем снаружи. Угу. Агир. А где они что-то ставят, что-то? Ну, пусть спи. Муха, мы ждем сигнала. Флай, что это у тебя? Пробегай. А все нормально. Нихуя себе. Да, смотрю. Флай, ты сейчас не передавал. Меня встретила другая группа. Возможно, я выживу. Чч.
нихуя себе. Врач, ты бы шел не так быстро, наверное, чтоб халаты своим особо не светить. Врач, ученый. Ну, профессор, простите, пожалуйста. Вот, правильно, все, надо. Все, да, заткнулся нахуй. Он шел быстрее с нами. Давай. Сол. Не, смотри, все, сол за ними, потом ее ты замыкаешь. Иди за чесноком, потом я и Аргил замыкаю. Ну, на них метров 70. Сол, ты на той стороне или на нашей? А, все здесь, давай, да. Давай. Че, вниз? Да. Метров 100, наверное, 150 на берегу, я не знаю, что там метка будет.